Здравствуйте, приветствую вас на моем канале. Бывает так, что человек, будь то мужчина или женщина, хочет отрастить или восстановить и улучшить внешний вид своих волос. И для этих целей есть много рецептов. Для активации волосяных луковиц используется и перцовая настойка, и делают горчичные маски, и применяют масла, такие как касторовое, репейное или другие. Но применение любого рецепта требует времени и создает определенные сложности. Поэтому многие люди выбывают из этой борьбы за густые и красивые волосы. Сейчас я расскажу вам метод применения раствора, который прост в применении и дает прекрасные результаты, направленные на укрепление и рост волос. Так вот, вам для применения понадобится обычная аптечная настойка мяты перечной. Ее нужно перелить в бутылочку с распылителем и развести с водой один к одному. После этого всего-то нужно смесь хорошенько встряхнуть и распылить на корни волос, после чего нужно провести массаж увлажненных корней волос. И просто даете после такой процедуры волосам высохнуть. Вот и все. Ощущения, которые вы получите после применения такого спрея, вас порадуют. Будет ощущаться легкий холодок, а также будет ощущаться приятный легкий аромат мяты. Процедуру лучше проводить перед сном. Применяется спрей ежедневно курсами. 4 недели применяете, 4 недели делаете перерыв. Результат вы заметите через 3-4 недели. Наряду со стимуляцией роста волос, настойка мяты также регулирует их жирность. А теперь о том, почему этот метод работает. Мята для волос – это универсальное средство от большинства проблем, связанных с вашими локонами. Ментол, содержащийся в этом растении, придает мяте ее специфический аромат, усиливает микроциркуляцию крови, действует укрепляюще на стенки кровеносных сосудов, вследствие чего волосяные луковицы получают намного больше питательных веществ. Пряди волос становятся крепкими и шелковистыми даже без применения продукции известных брендов. Волосы начинают расти быстрее, и через некоторое время на коже головы становятся заметными новые волоски. Они выглядят как антенки. Количество таких антеннок вас приятно удивит. Одним из важных свойств применения мяты является ее очищающая способность, так как компоненты мяты способствуют избавлению кожи головы от избытка сальных отложений, вследствие которых появляется эффект жирных волос. Мята поможет справиться с раздражением кожи головы, так как она обладает успокаивающим и бактерицидным эффектом. Итак, сегодня вы узнали, как при помощи спрея из настойки мяты восстановить свои волосы. А на сегодня это все. Желаю всем богатырского здоровья, а также иметь крепкие и густые волосы. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах на канале. Добавляйте это видео в плейлисты и делитесь в соцсетях. До следующих встреч. Пока!